Всем привет! А мы не перестаем вас удивлять новинками продукции от торговой марки «Теплоход». И сегодня у нас на разборе распаковки вот такая замечательная решетка-сушилка, сделанная из нержавеющей стали. Смотрите, мы уже на нее разместили реквизит в виде фруктов и посуды. Именно для этого она и служит. Помыли фрукты, потихонечку стекает, также помыли посуду, она стекает. Также можно ее использовать для разморозки рыбы и мяса. И сейчас я все это уберу. Все это убираю. Обратите внимание, у нее прорезиненные наконечники, специально, чтобы она не скользила. И сделана из нержавеющей стали. Очень легко складывается, видите, в рулон. Убирается, и опять же вы можете дальше пользоваться спокойно мойкой. Лайфхак, если вы их приобретете две, то вся мойка у вас может служить как разморозкой, так и для сушки посуды или фруктов и овощей. Уже в продаже во всех магазинах Сантехмаркет. Не забываем, что у нас скидка до конца ноября 20% на этот продукт. Успеваем, приобретаем.